Павлодаре 7 многоэтажных домов закрыли на карантин. Один из них по адресу улица Мира, 54/1. Жители находятся в изоляции уже 8-й день. Работающая удаленно наш корреспондент Валерия Степчук узнала, как жильцы проводят время. Валерия, как настроение у жителей закрытых на карантин домов? Спасибо, Ренат. Когда начали закрывать дома на карантин, многие жители были взволнованы. Сейчас ситуация изменилась, все начали относиться к этому по-другому, с пониманием и поддерживают друг друга. Сейчас павлодарцев интересуют вопросы, как это жить в доме, закрытом на карантин, чем занимаются люди все это время. Как оказалось, в этом нет ничего страшного. Вадим Ягала проживает по адресу улица Мира, 54/1. Уже как неделю они находятся на карантине. Заняться есть чем, говорит Вадим. Вот батарейки не работают, вот сейчас надо батарейки проверить. Музыку слушаем, вот такую успокаивающую. Теперь у всех появилась возможность больше времени провести с семьей. Кто-то может сделать то, до чего, так скажем, не доходили руки, или раскрыть свои таланты. Вадим, к примеру, занимается музыкой. Он пишет стихи и тексты песен. На карантине для поднятия настроения из своего окна организует небольшие музыкальные выступления. У кого есть любимый человек, у кого есть любимая семья, я вам посвящаю свою песню, недавно написанную. Называется она «Пара лебедей». Жители дома не унывают, у всех есть все необходимое. Главное – немного терпения, и все вернется на прежние места. На сегодняшний день с домов уже сняли щеколды и установили специальные заборы. Вершить ничего мы такого не вершим. Стараемся поддерживать друг друга между соседями, родственниками. Связь у нас существует. Ну что, закрытый дом – это еще не осложняет нашу жизнь. Ну, как бы... И не пугает. Мы сильные, мы прорвемся. Действительно, самое главное – это поддержка. Жители дома по улице Мира, 54/1, являются примером того, что нужно быть сплоченными и в нынешних условиях не грустить, а увидеть положительную сторону для себя. Допустим, заняться саморазвитием. Валерия Степчук, Ертыс Ахпарат. Как видите, жизнь на карантине, она ничем, в принципе, не отличается от той, которая была до введения таких мер. Отрадно то, что люди стараются внести какой-то позитив в эти дни и помогают друг другу. На этом у меня все. Ренат. Спасибо, Валерия. С нами на связи был наш корреспондент Валерия Степчук.